Почему именно такой размер у этого тензора будет? У нас на входе изображение 32×32. Мы прикладываем фильтр размером 5×5 к левому верхнему углу изображения. В этом фильтре есть центральный пиксель. И от верхней границы этого пикселя до верхней границы изображения у нас будет 2 пикселя. И то же самое можно сказать про левую границу этого пикселя. То есть от левой границы этого пикселя до левой границы изображения будет тоже 2 пикселя. Это означает, что слева и сверху у нас будет выкинуто из результата 2 пикселя. То есть если бы мы хотели, чтобы у нас изображение на выходе было того же размера, нам стоило бы применить паддинг размером 2 сверху и 2 слева. И то же самое можно сказать про правую границу и про нижнюю границу. Всего мы потеряем по 4 пикселя по горизонтали и по вертикали. Соответственно, результат у нас будет размером 28×28. И на выходе у нас должно быть 6 каналов. Дальше мы применяем макспулинг размером 2×2. Какого размера будет выход из макспулинга?